В наши древние времена, когда еще были цари, они тоже были православными. Они тоже молились, они тоже переживали о своих семьях, о государстве своем. И вот наша сказка посвящена тому, какая ситуация была в одном царстве-государстве. И было это накануне Пасхи. Спектакль «Мудрый царь» рассказывает о том, что никакие богатства не заменят человеческой доброты. А скромность и порядочность во все времена были и остаются главными добродетелями. Яркие костюмы и потрясающая игра актера смогли погрузить зрителей в атмосферу царского времени. В воскресной школе дети обучаются не только театральному мастерству. Также работает кружок рисования, творческая студия и даже хор «Камертон». После выступления протоиерей Петр подарил детям сладкие угощения, а библиотека, в свою очередь, преподнесла юным артистам самый лучший подарок – книги.